Радиземьке. Вот и завершился 2018 год. Год, в котором каждый из нас сделал еще один шаг к своей мечте. Год, в котором мы вместе трудились, каждый день совершая маленькие подвиги на благо своей Родины, своих земляков, своих любимых и родных. Благодаря самоотверженному труду каждого из вас Ульяновская область стала красивее и богаче. Выросли новые жилые микрорайоны, школы, детские сады, возведены заводы и фермы, спортивные объекты. Каждый день наши врачи, спасатели, работники правопорядка боролись за жизнь и здоровье людей. Благодаря их неустанному человеческому подвигу беда миновала сотни семей. Теплом и любовью ульяновских педагогов согреты наши дети. Разработки ульяновских ученых становятся основой развития всей страны. Руками наших заводчан создаются лучшие образцы техники, которыми гордится наша страна. Мы многого добились. Добились все вместе. И я от всей души хочу поблагодарить каждого из вас за то, что вы сделали в этом году. Уважаемые жители города Ульяновска, поздравляю вас с чудесным праздником, новым 2019 годом. Пусть этот год дарит вам только чудесные мгновения, позитивное настроение и успех. От всего Ульяновского патронного завода желаю вам здоровья, благополучия, стабильности, карьерного и профессионального роста. Будьте счастливы в новом году! Я поздравляю всех с Новым годом, желаю счастья, здоровья, радости, успехов во всем и во всех начинаниях, а также, чтобы в жизни было больше ярких красок. Обычно в канун Нового года все люди загадывают желания. И я хочу вам пожелать, чтобы вы добивались своего, шли на пути к успеху и были уверены в своих силах. История как наука, которую мы изучаем, которую мы исследуем, способствует объединению. То есть мы, жители прекрасного Симбирского Ульяновского края, осознаем себя жителями не только Ульяновской области, но и осознаем себя жителями Великой России. И в наступающем году, в 2019 году, я желаю всем нашим землякам, чтобы они сохраняли свою память, чтобы сохраняли память о своих предках, о своих корнях. Я, дорогие земляки, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Хочу пожелать вам, чтобы вы бережно относились к семейным фотографиям. Ведь в них память о прошлом, память о вашей семье и память о нашей Родине. С Новым годом! Дорогие ульяновцы, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом, годом желтой земляной свиньи. Новый год – это необычный праздник, который дарит нам надежду на счастье и удачу, несет радость будущих начинаний. В канун Нового года люди друг другу желают крепкого здоровья, но просто так с небес здоровье не падает. Поэтому желаю вам, чтобы в Новом году вы заботились о своем здоровье, вы не теряли свое здоровье, вы любили свое здоровье, а мы, как врачи, будем стоять на страже его и всегда вам готовы помочь. С наступающим Новым годом! Мы, студенты Ульяновского государственного технического университета, занимаемся робототехникой. В данный момент ведем исследование алгоритмов беспилотного управления. Данную «Газель» мы получили за первое место во всероссийском конкурсе «Робофест» в марте этого года. За два месяца мы полностью переоборудовали эту «Газель» и сделали из нее настоящий беспилотный автомобиль. Но это не последнее достижение. Мы активно занимаемся и другими научно-исследовательскими разработками. Мы будущее России, и мы не подведем. С Новым годом! Уважаемые ульяновцы, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам в Новом году побольше внимания уделять не самому себе,
своим близким, которые нуждаются на самом деле в нашем добре. А наши родители тоже нуждаются на самом деле в очень большом внимании. Мы те же самые родители в будущем. И поэтому это вот оно внимание, вот они наши близкие, вот оно добро на самом деле. Поздравляю всех жителей нашей Ульяновской области с Новым годом. И хочется пожелать, чтобы он был еще лучше, чем предыдущий. Хочется пожелать, чтобы было больше солнечных дней, потому что недаром природным символом Ульяновской области является именно солнечный орел. Пусть каждый встретит в этом году на пути птицу счастья, и она принесет вам удачу. Пусть ваш дом будет уютным гнездышком, в который всегда хочется возвращаться. А пусть сорока приносит на хвосте только хорошие новости, а все намеченные планы исполняются с легкостью пера. Ну и, конечно, благоприятной окружающей среды. Дорогие друзья, с наступающим вас Новым годом! Вся жизнь наша все равно опирается на культуру. Ведь мы улицы называем именами героев или деятелей культуры, писателей, поэтов или музыкантов, композиторов. Вот я вам желаю, чтобы в дом каждого из вас вошла культура в хорошем смысле слова, чтобы вы ею заразились, напитались, чтобы она сопровождала вас и далее, и не только в будущем году, но и всю вашу жизнь, потому что она украшает нашу жизнь. Культура делает нас счастливее, веселее, наполняет наше сердце и душу. Дорогие депутаты, власть имущие, ведь я знаю, что культуре всегда не хватает денег, и в графе финансирования всегда культура стоит на последнем месте. Это неправильно. Она должна стоять на первом, потому что от нее зависит вся наша жизнь. Будем ли мы умными или не очень. Я поздравляю всех ульяновцев с наступающим 2019 годом. Я желаю всем крепкого здоровья, ведь спортсмен без здоровья никуда. Я желаю счастья, здоровья, любви. Я желаю никогда не сдаваться, идти к намеченной цели до конца. В следующем году перед нами стоит очень сложная задача. Это взять лицензию на Олимпийские игры, летние Олимпийские игры, которые будут проходить в Японии. Мы постараемся не подвести свою страну, свой регион и своих тренеров. Мы верим, что победа мотивирует вас вести здоровый образ жизни и преодолевать все препятствия, встречающиеся на жизненном пути. Предновогодняя пора – это волшебное время, которое способно вернуть в детство даже самых закоренелых скептиков. От лица молодежного правительства Ульяновской области я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть этот год будет ярким, красочным и незабываемым, а молодежное правительство со своими флагманскими проектами поможет сделать ваш досуг намного ярче. Ведь в нашей Ульяновской области живет самая креативная, перспективная и яркая молодежь. Я желаю, чтобы в Новом году вас окружали только добрые люди – побольше счастья, радости, улыбок, здоровья и счастья. С Новым годом! Спасибо, дорогие земляки, за ваш труд, за любовь к родному краю, тем, кто рядом с вами, и тем, кого вы, может быть, даже и не знаете, но помогаете словом и делом. Спасибо за те свершения, которые стали основой благополучия всех жителей региона. Спасибо за то, что каждый день вы вносите свой вклад в счастливое будущее всей нашей области и каждого отдельного ульяновца. Я знаю, что вместе мы справимся с любыми трудностями. Я горжусь вами, мои земляки, и желаю вам в новом году поменьше испытаний и побольше свершений, тепла домашнего очага и искренней, неизбывной любви близких. С новым 2019 годом! Пусть он будет самым счастливым!